ее огоньки. Отдохнуть Кальцифер не решится. Потому что надо делать ролик. Да. Кальцифер с вами на экране Far Cry. Каменное кострище Гау. Так, это все вообще херня. Пещерный лев. Пещерный кто? Лев. Че я все время... А куда мне нажимать? Escape. Окей, если я Б нажимаю. Б. Еще раз. Все понял. Зверь, да ты похаваешь там по пути где-нибудь. Опа-на. Что-то могу скрафтить. Оп. Ага. Шкура бурого медведя. Погнали медведя завалим. А то что мы? Как я не знаю кто. Как эти самые. Живодеры типа. Поджёгся чуть-чуть, с кем не бывает. Чё это у нас? Far Cry Primal, да? Ну и что, кто там? Сырых дюсалей, блядь. Сделай вид, что меня не видели, пацаны. Подожди, стрелу. Подожди. О, будет пранк над ним. Давай, Мишка. Ебани по приколу. Красава. Опа-на. Ёпты. Хорошо, ебать. Так. Да что за херь? Волк, что ли? Обосрался волчара. Позорно. Так, хорошо, поскакали, нам медведи надо ебашить. А чё там по навыкам? Ага. Две единицы жира и две шкуры. Yes, курьез. О, блядь, потуха. Кого-то там... Пиздец славно. Ебать, как сладко засадил, прикинь. Фартово. Этому в голову хуйнул, захуйнул. Блять, промазал, прикинь, в натуре. О, ты, блядь, Саша Шляпик, нахрен. А, чё там? А, еще одного, да, медведика надо нахлобучить. Так, маскировка запаха, это херня, повелитель, ускоритель. Ускоритель — это реальная тема. Все остальное — это хуйня какая-то на посом масле. Здорово, ребята. Никого нет, понял. Так. Бараны. Медведь, слушай. Это мой медведь. Надо еще одного медведя найти. Хорошо. Это мой медведь там с ума сходит. Кого он увидел? Кого-то увидел. Хорош. О, слышу медведя. Показал ему, типа, хавать хочу. Поэтому надо медведя. Так, Джохан Похан, а ну куда побежал? Тормози. Чё, блядь, догнать не можешь? Даже мой прирученный. Крутой медведь. Или есть кто-то покруче? Ну, есть кто-то покруче. Пещерный медведь. Но это всё хуйня.
Так что ты его не нахлобучил? Ты его даже не догнал, что ли? Ёбнулся? А кто его догонять будет? Собака это. Блять, надо опять медведя искать. Прикалываешься, что ли? Да, блять. Буквально извиняюсь. Сделайте вид, что вы этого не видели. Стой, сука, ёбну же. Лежать плюс... Чё орёшь? На, похавай. Так. Бежали мы от медведевских поступков. Медвежанских. Пора жрать. Слушай, это крутой мамонт. Ебанись. Пизда мне. Ну ладно, мне не пизда. Жри еще давай. Блять, мне это фуловым нужен. Ебанись. Хуяся. Дабл килл, на. Хорош. Ты там пожрешь себе? Сколько тебе там надо пожрать? Не пожрешь, ладно. Обоссанец. Пожри вот так. Так, мамонт, это все заебись, он нам медведь нужен. Которые очень даже здесь водятся. Так. Еще где наши друзья, дорогие медведи? Я себе поплыл нормально. О, ебать, лопух. Тростничок. Бамбук. Ну, это все хуйня. На самом деле, нам что надо? Медведь. Где нам его раздобыть? Так, что-то вижу. Может, там медведь с нашими дерется. А может, не медведь. Пленников. Он один? Я еще тигра какого-то слышу. Блять, где-то тут тигр, сука. Спас Винджа. 25 жителей. В смысле 25 жителей, блядь? Чё за нахуй? 29 же было. Чё, поздохара? Или мне... 29 же было, не понял. Или не было?
Расхуяли это небо. Было 29 жителей. Ебать, я стрелу увидел, которая ко мне в глаз летела. Ребятки, аккуратней надо быть. О, отлично. Нахер я его лечу, он же фловый. Пусть будет. Окей-ка, теперь у нас есть... Ага, так, что там? Вот так вот. Ну, колчан, да пизды мне этот колчан, мне нужна копия. Северный кедр. Где мне его раздобыть, ковать? Северный этот ваш кедр. Мне надо... это, в тайничок, типа, сгонять. Допустим, сюда. Так... тайник. Угу. А? Ремень для копьев. Ох ты, ебать, копье какое крутое. Так, мне нужен спирдедус. Квест спирдедуса. Бородатого. Окей-ка. А был ли короткий путь через крюкошку? Может, и был. Ты кто, блядь? Тигр, медведь, мне нужен хелп. Медведь, блять, ты где? Жрать! Фац! Ебать, сколько, что там за собаки? Так. Ебать, бредятина какая-то. Ебучий бред, полный, полный бред. Нереалистично это нихуя. Егор ебаный. Хорошо, это все хорошо. Хотя не очень. Тот же самый тигр. Судя по всему. Так, да пизда мне эти тигры, мне к деду надо бежать. По возможности побыстрее. Так, кто там? Окей, там тигр за оленем погнался. За этой, блядь, наебнулся наш на кожуре банановый, поскользнулся, прикинь, да? Здорово.
Так, что это за хуй, два хуя, блядь? О, прикинь, да, мне такая печаль бывает в жизни. Быстрое самоубийство. Да дай пизды мне этот сокол. На самом деле, звериная шкура мне нужна. Зверей мне надо убивать, однако. А ну хавать, быстро. Жри, блять, отъебись. Так, медведь, красавчик. Сука. Не попал, прикинь, да? Где ты эту хуйню захавал? Не подскажешь? Хуй ты мне еще подскажешь, как я понял. Ебать, ворону пробил, прикинь, да? Изготовление. Окей. Пыль южного камня. Окей. Ты чё, блядь? Мопс, дядя пес. Это что за хуй? Вот так вот. Блять, опять наших где-то пиздят. Еще и тигр там. Довесок. Ебанись. Паркур, паркур. Не-не, это паркур, блядь. Сука, ебаный ты кабан, блядь. Тебе сейчас такой пизды дадут. Тебе, блядь, и не снилось. Жрать нахуй. Кабан, блядь. Куда втопил? Стой, сука. Нихуя уёбка кусок. Не попал, блядь. Кремень, мне сланец надо собирать опять. Только где он, блядь, я уже не вспомню. Так, быстрое убийство. Охуеть, эпично. Опять шакалы эти ебаные. Знаете, в горловинку. Че, еще кто-то? Я здесь, и здесь. Друг мой, блядь. Подожди! Тихо-тихо, дружочек, пирожочек. Это что за... Ага, отмечает за древнее, большое уровень для огня. Вот так вот. Будет у меня теперь интересный...
А по стилю как медведь, даже лучше, скрытность больше. О, он, блядь, отмечает их. Пизда в реке вам, пиздец просто. Это то, что я искал. Жрать нахуй. Да, блядь, огонь погасти, дурак. Куда, блядь? На тебе кадавер, блядь. О, он тут кошак, блядь, красава, сам жрет. Не то, что медведь, блин, все время убитый бегал. Или не бегал. Но, по крайней мере, я заметил то, что именно кошаки хавают. Все время. Все, что не попадет. Так, ебать. Что там за крики, стоны? Мне квест надо делать. А вы тут крещите. Все время. А, блядь, пес. Пес дядя Мопс. Окей, нормально. Древесины так-то я уже насобирал. То есть... вместимость у этой хуйни нормальная уже. Несите меня, кости. Жрать. Ну это все хуйня. Все, блядь. Ебись оно в рот, блядь, наоборот, пожалуйста. Пиздарики на воздушном шарике, блядь, забежал нахуй. Так сказать, на горяченькое. На огонек забежал, блядь. Все должны бояться, блядь. Оба-на, козел. Жрать. Яга, ты же, блядь, обострёшься на меня нападать. Молодец. А, места нет. Все понято. Блять, барсук, нихуя себе. Медоед целый. Забей на него, побежали. Нормально перехуярил. Да блять, туши, туши, он бы и сам потушил. Он же не тупой. Блять, на него еще какой-то кошек, по-моему, напал. О, топир. Или кто это? Топир. Блять, там где-то эти пацюки ебаные. Сука, съебался! В ужасе нахуй. Где Виша меня не увидел? Пятикантр ёбаный. Нихуя ты экспонат, конечно. Ебать, я тебя засадил, браток. Ну ты обиделся, я понял.
сука, вижу, псины смотрят на меня эти. Блять, надо помочь кому-то там. То ли тигру, то ли льву. То ебать, три волка. Хотя хуй знает, может, он их захуярит. Спокойно. Че за нахуй? Нормально. Так, это окей. Крокодил, нихуя себе, я хочу кожу крокодила. Чтоб потом из нее захуярить что-нибудь. Заебись. Больше нет места для этих предметов. Отлично. Даже таких, каких предметов нет места. Отдых рыбака. Ты че, ебнулся, блядь? Пизда тебе. Если мой кот так думает, если прибежать, тебе полная пизда. Мой кот еще тот обормот. Давай, блять, в ужасе. Блять, кабану в глаз попал. Долбоёб. Аж сразу сдрыснуть пытается. Но мой это тигр же быстрее. На, в глаз, блять. Вот так вот. Берет и хавает. И не надо его лечить. А ну если я подойду ближе. Захавает ли он этого его? Нет. Видимо, он, когда его не кормишь, чуть-чуть хавает. Чуть-чуть лечится. На 1/8 где-то. Да на 1/10. Блять, на время бояться. Спугались, блять. Это все. Короче, он тебя сретели. Невообразимо просто. Че это опять яга? Ебать там замесы. Даже и не думай. Еще один экспонат, блять. Ебанись, он обосрался. Бери-то за точку. Обмоченный, блять. Now in Jamarwa,
Палу гуайфаш на майта тиуай. На майта. Винча саквин. Пашта. Кала. Сайвай шашвай. Нихуя. Хасар урусис. Ну ты красавец. Палвинча тачис ладай су. Ма хасар урусис ми пичауда. Шашвайдам. Уна тарай. Увинчаха гвайфа. Будав, майка. Сашварцу дайшан хасар уруси санча. Куда забрал? Тайми. Нахуй ты мне дал тогда? Бандит однорукий. Че там кровь сияет на солнце? Ебись подсказка. Допрыгнул. Чуть-чуть не допрыгнул. Так, найдите камни кровь Уруса. Да пизды зверя ищить. Так, вот еще двое, блядь, пятикантры поебаные. Да, блядь. Хотел. Он, блядь, обнаружил меня, заебись. Стоячие камни. Блять. Чи нахуй стоячие камни? Ну вот, тут мамонт, тут нассали. О. Типа, ну вот камень стоячий. Где еще камень стоячий? Не понимаю. Че, бляха, за стоячий камень? Так, ну тут мамонт, кабан, то есть. Олень. Ой, что-то было. Лечить зверя, блядь, превоскать зверя, было что ли? Это непонятно. Сука, старые стоячие камни Винджа, блять. О, следовать. Наквай. А, хуеть. Нача. Хасар урусис. Пизданите меня мотыгой, блять. И дубиной по башке. Виден блеск. О, вижу их.
Юсак? Кто это? Отмена, это носорог походу. Туда побежали. Нахуй. Ой, мартышка, а ну стой. Чё, как перехуярю. Я могу мартышку заиметь? Нельзя мартышку заиметь. Надо мартышку фраговать, пока не будем. Алло. Да, привет. Нет. Да, завтра на работу. Ага. Не. Завтра куплю. Я понял. Да. Давай. Да. Здорово. Винджа есть ужас. Чуть-чуть пришлось на паузу поставить. Надеюсь, я не забуду обрезать. Вот это я беспалевно здесь. Сейчас всплыву у них прямо под носом. Они тигра моего увидели. Но меня нет. И меня, да. Куда ты в очко себе кинь? Ах ты, блядь, пидер. На ты, блядь, пятиконтроп нахрен. Хуеси, блядь. Лови медведя. Ой, блядь, в глаз засадил тебя. Ноги в борщ. А ну, схавай его быстро. Как-нибудь. Ага. Сколько камней должно быть? Где-то 3. В воде 1, на земле 1 и вверху. Ага. Может быть 5? 3. Ебать, что ты делаешь? Пятиконтропчанский. Ебать, откинулся, браток. Ну ты дал жару, просто пиздец, остынь, кошка. Ой. Тебя перенести можно?
Нельзя. Так, ты где? А чьи это корни из воды торчат? Ну вот и все, огоньки. А, нет, не все. Наебываю. Событие Винджа спасения. Давайте. Событие Винджа. Сделаем еще, чтобы было все. Так, блядь, есть крюк где? О, вижу крюк. Еще один долбоебик бегает тут. Сейчас мы с тобой побеседуем. По нему еще кто-то стрелял? Видимо, да. В голову. О, бля. Вот ты тут нахрен Боб Марли просто. Удам урус уися. Усамбаса. Ля-ля-ля-ля. Вот теперь у меня много купия. А, метательный нож. Вот теперь я крутой. Назовите меня мистер Крутой. О, поймал. А. Ебать, в сральник попал. Нехорошо получилось, нехорошо. Вот и все. Да, все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Кальцифер. Смотрите другие мои прохождения. Рекомендуйте друзьям. Делитесь в пабликах. В пабликах, шмабликах. Подписывайтесь на паблики, шмаблики. В каких пабликах? На страницах в соцсетях делитесь, вот там. Ну вы поняли, все вот это блогерская чепуха. Колокольчики. Ой, пиписька. До свидания, да. Всех люблю и обнимаю. Всем удачи. Всем пока.